Всем привет! В канун 8 марта это видео прежде всего для мужчин. Я вам покажу, как приготовить и расскажу, как приготовить вкусный шоколадный кекс для вашей любимой женщины утром 8 марта всего лишь за 5 минут. Для этого вам понадобится мука, какао, сахар, молоко, растительное масло, яйцо, разрыхлитель ванилин и 2 грамма кофе. Можете купить в стике, здесь всегда ровно 2 грамма. Значит, а также 2 кружечки, раз видео у нас для мальчиков, значит, я рулеточкой померяю, какая должна быть кружечка. Значит, диаметр 10 сантиметров и высота где-то 6,5 сантиметров. Кружку, которую вы будете ставить в микроволновку, а мы будем делать кекс в микроволновке, кружка не должна быть золотыми каемочками или рисуночками. Такую кружку в микроволновку ставить нельзя. А также нам нужна емкость, в которой мы будем замешивать тесто, и какая-нибудь лопатка либо ложечка для того, чтобы все месить. Значит, вначале мы в емкость высыпаем все сухие ингредиенты. Это мука, какао, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и кофе. Если вы до этого никогда ничего не готовили, кроме чая, и тем более никогда ничего не выпекали, не беспокойтесь. Я думаю, у вас все получится. Еще и по той причине, что вы все будете делать с любовью. Значит, все сухие ингредиенты мы размешиваем. Слегка подсолим тесто. И теперь добавим все жидкие ингредиенты. Это растительное масло, яйцо и молоко. Видите, все очень просто. Все смешивается в одной емкости. Очень хорошо все размешаете. Вот так должно выглядеть ваше тесто коричневого приятного цвета с приятным ароматом какао и кофе. Такое слегка жидковатое. Значит, кружки я на всякий случай смажу сливочным маслом. Хотя по большому счету можно этого не делать, потому что кекс естся с кружечки ложечкой. Значит, раскладываем тесто поровну в 2 кружки. И будем выпекать его в микроволновке в режиме комбинированное приготовление. Это в том случае, если у вас нет режима выпечки. Кекс выпекаем ровно 3 минуты. Больше держать его не надо, так как кекс может подсохнуть. Значит, вы разложили по кружечкам. И можно убирать микроволновую печь. Не забудьте, ровно 3 минуты. Через 3 минуты мы достали вот такие кексы. Значит, посмотрите, они очень хорошо отделяются от кружечки. Это если вы захотите их вытащить и просто посыпать сверху сахарной пудрой, подать не в кружке. Готовность мы проверяем зубочисткой. Проткнули, зубочистка чистая, все, кексы готовы. Я сверху их слегка украшу сахарной пудрой. Не забудьте поставить кофе, сварить, разбудить жену и поздравить ее с 8 марта. Готовьте с удовольствием, готовьте с любовью. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. А я вас жду завтра смотреть еще один рецепт на 8 марта.